בוקר טוב, אני רחוק לישראל, פרשת בלק ליום שלישי, נסוודו, 2-6 פסוקים מסדור, זה התווסו שבוק ובב, מילוי, בוק ובב, בין יפסים שם ובן שלו, הוא נס, טוב, הוא פאוצ'י לי, נפש, נסתפה שבוע שבת, יש לנו שדברי תורה לי נשמת, כל מיני מבחן אוכל ישראל בתמר עלי, עלו בת אסתר, אליהו בן אהול, יעקב בן זבא, לצחת עם ישראל ורפואת עם ישראל. גם לי נשמת נקדם בת זבא, גברית, דש תורת אק, Опять Балак приглашает Бильама. Бильам говорит, эти посланники мне не пойдут. Балак отправляет других. Говорит, киха веда хабит хами от вихорашет томар элай эсэ улха на кава ли это амхазе. Говорит Балак Бильаму, я тебя уважу очень, и все, что ты мне скажешь, я сделаю для тебя, только приди и прокляни для меня этот народ. Говорит Раши, киха веда хабит хами от йотер мимаша это нотель леше авар. Они нотельныха, он говорит, больше, чем ты заработал раньше, когда была война с Сихоном. Написано, что там Бильам помог, если можно так сказать, Сихону победить Моав. Он говорит, никогда ты столько денег не получал в предыдущие войны. Я дам тебе больше, чем когда ты либо получал. Дальше говорит ему, Ваян Бильам ваюмер эл авдей балак, имитен ли балак, мерове токес везахав, роуха лаворит пиадонай, эруай лаасот кетана огедола и так далее. Этим вторым посланникам Бильам говорит, и ответил Бильам и сказал слугам Балака, даже если Балак даст мне полный дом серебра и золота, я не смогу перейти уста Всевышнего, Бога моего, сделать что-то больше или меньше. Что говорит, объясняет Раши так. Ламадну шенавшо рахава умхамед мамон ахирим. Что он говорит Балаку, сколько денег он хочет? Всю его казну, все, что у него есть, он говорит, дом полный золота и серебра. Все, что у тебя есть. Отсюда мы видим, говорит, что он был очень жадный и хотел богатства чужих людей. Амара уйло литен ли кор кесеве заавшело. Говорит Бильам, Балак должен дать мне все свое золото и серебро. Почему? Шаре царих ли скор хайлот работ сафек ноцеях, сафек на ноцеях, вани вадай ноцеях. Потому что он должен нанять солдат. Огромное количество солдат, их нужно содержать, их нужно кормить. И есть там вопрос, он победит или нет, эти солдаты его победят или нет. А я 100% гарантирую ему победу. Поэтому он говорит, даже если у меня все, что у него есть, и то не хватит для армии его. Дальше говорит Раши, «Ло уха лавор, аль корхо гилашу биршуд ахирим». Теперь здесь он вынужден был признать, что он находится под властью других, когда он сказал, я не смогу нарушить слова Всевышнего. «Нитена бекан». שאינו יכול לבטל הברכה שנתברכו האבות מפי השכינה. Здесь он как бы пророчествовал, что Бильам не может отменить то благословение, которым Всевышний благословил наших праотцов. Он сказал, лохаль, я не смогу перейти слово Всевышнего. Это благословение, которое Всевышний дал праотцам. Дальше говорит Тора. «Ваата швуна вазе гаматем халайла ваэдаа ма Йосеф Адонай дабер ими». И тогда он сказал, а теперь вы оставайтесь здесь ночью, так же и вы. И я узнаю, что добавит мне Всевышний, говоря со мной. Говорит Раши, гаматем, пивихшило. Что значит, и вы оставайтесь? Он говорит, его уста его подвели. Гаматем, совхем, лелех, бефахен, эфеш. Каришоним. И в конце вы тоже уйдете огорченными, как и первые. Потому что, да, он пойти пошел, но проклясть он не смог. Майосеф, да, он говорит, что мне добавит Бог? Я знаю, что Всевышний не поменяет свое благословение на проклятие. Он говорит, дай Бог, чтобы он не добавил им благословения. Здесь он пророчествовал, что Бог добавит благословение еврейскому народу через этого Бильама. Дальше говорит Тора, «Ваяво Элухим эль Бильам лайла вайом эло, мим ликро леха бау ханашим кум лех итам, ваав это давар ашер адабер леха ото таасе». И пришел Всевышний во сне Бильаму и сказал ему, если позвать тебя, пришли эти люди, встань и иди с ними, но то, что я скажу тебе, то ты будешь делать. Говорит Раши, им лекро леха, им акрия шельха, весабурата литоля лея сахар, кум лех и там. То, как получается, здесь Бог меняет свое мнение, до этого же сказал, не иди. Он говорит, если ты считаешь, что ты здесь заработаешь, то иди. Ав,
על כורחך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה ואף על פי כן וילך בלעם אמר שמה אפתנו ויתרצה. И несмотря на то, что он говорит, ты сделаешь то, что я тебе говорю, Бог. И Корах идет, Бильам, несмотря на Аль-Корхаха, он говорит, против воли Всевышнего. Он видит, что Всевышний не хочет. Это пророческий сон. Бог ему открылся во сне. Поэтому он говорит, Элеха ототасе, все то, что ты и то, что я тебе скажу, Бог говорит, ты будешь делать. И все равно Бильам идет против воли Всевышнего, надеясь, что он уговорит Всевышнего разрешить ему проклясть. Ночью, мы же сказали вчера, что Бог с нееврейским пророком отговорил только ночью. И то вынуждено, если можно сказать, с нежеланием. Только ночью с ним. Дальше. Ваяком, говорит Тора, Ваяком Бильам Бабокер Вахавош Эт Атоно Ваелех Им Саре Моав. И проснулся Бильам рано утром и оседлал свою ослицу и пошел со старейшинами Моава. Говорит Раши, ваяхавош эт атоно микан шеасина мекалькелит эт ашура шехашув ху беацмо. Отсюда, как тоже написано, что он оседлал свою ослицу, мы видим, что насколько вот эта ненависть портит человека. Каким бы он важным человеком не был, он сам оседлал эту ослицу. Но на кого он похож, он думал. Говорит здесь Раши так, Амара кадош барух ху раша, Квар кадамха Авраама вихем шенеемар, Вяшкем Авраам бабокер вяхавош эт хаморо. Он говорит, ты Раша, ты думаешь, что ты так рано встанешь, и ты пойдешь против еврейского народа? Уже их праотец опередил тебя. Что Авраама вину написано, когда Бог сказал ему, возьми Исхака и положи его на жертвенник, свяжи его. Написано там, и проснулся Авраам рано утром и запрек своего осла. Им саре Моав либо келибам шаве. Что значит, он пошел со старейшинами Моава? Его сердце было вместе с их сердцем. Не дай Бог проклясть еврейский народ. И заключительный пасук говорит сегодня так. Вайхарав Элохим киголеху витьяцев малах Адонай бадерех лесатанло. Веурохев латоно ушне нарав имо. И воспылал гнев всемогущего, что он идет с ними, и встал ангел Бога на пути остановить его. А он скачет или едет на своей ослице, и два молодых парня, помощника вместе с ним. Здесь отсюда видим, что гнев Элоким, то есть эта мера суда воспылала, но остановить его пришел ангел Ашем. Ангел милосердия, как говорит Раши, киолеху, рааша адавар раба ине хамаком винит авалелех. Он видел, что Всевышний не хочет, чтобы он шел, но все равно он пошел. Лесатан лом малах шир рахами мая, как мы сказали, это был ангел милосердия. Вая роцелем он о милахатой, он хотел его остановить от греха шило ехета воевать, чтобы он не согрешил и не исчез. Уж не на раби мой, два помощника молодых парня вместе с ним. מכאן לאדם חשוב והיוצא לדרך יוליך עמו שני אנשים לשמשו וחוזרים ומשמשים זה את זה. Отсюда, говорит, мы видим, что важный человек, который выходит в путь, нужно, чтобы два человека его сопровождали. Были у него как два шамоша. То есть одному нужно будет справить свою нужду или сделать свои дела, второй будет ухаживать за этим важным человеком. Благословение на расстоянии не работает или хватает? Обязательно надо быть там? То, завтра посмотрим. Если уже он начнет проклинать, завтра посмотрим. Мы же сказали пару дней назад Муром Ишуэль, что он сказал, давай я прокляну отсюда, не пойду туда, Бог сказал, не надо тебе, или я благословлю отсюда, Бог сказал, не надо ни твоих проклятий, ни твоих благословений. Но он хотел, да, да, конечно, можно, но он хотел пойти. Он хотел их сглазить своим глазом, у него был дурной глаз, он хотел навести порчу, сглаз на еврейский народ. То, это Тора на сегодня. Новина сегодня, Миха Ханави, глава 6. 7 по 12 пасук, говорит он так. הירצה אדוני באלפי אלים ברביבות נחלי שמן, האתן בחורי פשעי פרי ותני חטאת נפשי, говорит он так. Пожелает ли Бог тысяч овнов, мириады потоков масла, отдам ли первенца моего за преступление мое, плод живота моего во искупление души? Что это значит?
Говорит, Рашина Халеша, амен, Бимнихо, что это за потоки масла? Это когда человек приносил корбану, там они воскуряли внутренний жир. А этен бехури, корбан пешаай, разве первенец будет мое искупление за мои грехи? Хигит леха адам ма тов ума адунай дореш мимха ки им асот мишпат ве ахават хезет ве ацнеа лехет им элухеха. Говорит он, поведал он тебе, человек, что хорошего и что Бог требует от тебя? Всего лишь творить правосудие и любить доброту и от людских взоров, скрываясь, идти со всесильным своим. То есть, значит, что скрываясь, говорит Раши. Хигит акадош баруху леха адам. Всевышний человек... Всевышний сказал тебе, человек, «Матов, что хорошо делать тебе, лаха ласот, ве ацнея лехет, ве арет синья ла лаха битхальта де элах». Что он говорит? Когда ты служишь Всевышнему, служи ему скромно, служи ему скрыто. В страхе перед ним. Дальше он говорит. «Кол адонай ла ирикра». ותושיה יראה שמך, שמעו מתה ומי יעדה. Глаз Бога к городу воззовет, и кто разумен, твое имя увидит. Слушайте палки и того, кто дал ей приказ. Слушайте палки, то есть то, которое он указывает, и того, кто дал ей приказ. Что в нашем случае работает? Служи Богу скрытно. Да. Это имя, а в нашем случае как это работает? Скрытно. Скрытно, человек не должен выпячиваться. Есть много человек, людей, которые делают мицвод, но не показывают, не выставляют на показ. Человек не должен выпячивать то, что он делает. То же самое у нас. Говорит Раши. Веацнелех, это мы сказали. Вехайдня, кол ашем, кол наби, да ашем, аль карта, махризим лахем тишува. Что значит глаз Бога гордо воззовет? Это голос пророка Всевышнего, который призывает их сделать раскаяние. ותושיה ספסניה קורא להם הנביא אשר רואה את שמך אשר נותן לב להתבונן ולראות דרכיך. Вас призывает пророк, который видит имя Всевышнего, и он зовет, чтобы вы взяли к своему сердцу и увидели его пути. שמעו מתה, הטו אוזן ושמעו מתה הפורעניו. Что значит слушайтесь этой палки? Он говорит, повернись свое ухо и слушайте наказание, то есть увидите, наказание на вас идет, вы должны понять, что должны исправиться. Можно ли говорить, вчера этот парень без разрешения вышел, вы пять себя называете? Не, он спросил. Вы потом он вас спросил. Потому что до этого сын говорил. Ну, его папа меня спросил утром перед Шахари, да можно он прочитает или нет? Перед всем еще. Дальше. Значит, он не услышал, поэтому он всем говорил. Дальше. Одна иш раша, одна иш бет раша, отсрод реша, вефат разон, ве ума. Вефат разон, зе ума. Что говорил он дальше? Если еще в доме злодея богатство, злодейством накопленное и оскудненное, преуменьшенная мера эйфы. Это значит, а иша есть бельвавхем, шитка ему отрод раша, в эфад разон, мида ктана, ша аширим меримим ба, аним умвиим лаем разон, хиз ума лифне акадош баруху. То есть объясняет Раши, что это здесь есть, а есть, если говорить еще у вас в сердце эти богатства грешников, что значит, что они делали? Он говорит, как богатеет, как он обманывает бедняков. Вместо, я знаю, гири в килограмм, 900 там, грамм или 800 грамм. Этим обманом он занимает себе, зарабатывает себе деньги. Но это говорит то, что ненавидит Всевышний. Дальше говорит, «Ха-эске бемозне реша увкис авне мирма». Получу ли я оправдание с весами злодейскими и с мешочком обманных гир? אסקב אוזנה אשר אשיריה מלאו חמאס ויושביה דיברו שקר ושונם רמייה בפיהם. Так он говорит. Город, десятая часть которого полна грабежом, чьи жители говорят только ложь, а их языки коварны.
Так, такие люди были. Это Нави на сегодня. Ктувим на сегодня. Продолжаем Тейлим. 91 глава. Это Йошев Бесетер Эльон. 8 пасук. Говорит так. Вчера был, по-моему. Вчера был, по-моему, 74. Один ты... 73. Один ты или в день. То он говорит здесь так. Рак бе энеха табит вишилумад решаим тир э. Только посмотришь и увидишь возмездие злодеям. Вишилумад решаим вихильон челаим. Говорит реши их уничтожение. Дальше. Киата Адонай Макси Эльон Самтаме Онеха. Ибо ты, Господи, убежище мое, на небесах твой приют. Киата Аммарта Ашем Макси Эльон Самтаме Онеха. Это Кадош Барху Самтаме Он Мифтахах. То он говорит, что Всевышний, ты мое спасение. И Давид на 100% в свое верил и доверился Всевышнему. Дальше. Лот унелхара венегалой крав бе аулеха. Не случится с тобой беда. Несчастье не приблизится к шатру твоему. Лот уне, говорит Раши. Лот икре. Не случится с тобой зла. Кималаха вецавелах лишь морха бехольдарахеха. Почему не случится зла, как говорит здесь. Дальше, ибо ангелам велено охранять тебя на всех дорогах твоих. Алькапаем Исаунха пентигов беевен раглеха. О, говорит здесь он, нести тебя на руках, чтобы ты о камень не споткнулся. Альшахал вафетин тидрох тирмос кефир ветанин. Пентигов, пентикашер, сейчас он говорит. Будешь попирать ногами львов и кобр. Растопчешь льва и крокодила. То есть Бог говорит, я буду с тобой. Ибо ангелам велено охранять себя. Объясняет они здесь так. Два ангела есть внутри каждого человека. Его дурное начало слева, которое рождается вместе с человеком и не оставляет его до самой смерти. И доброе начало справа, которое приходит к человеку лет с 13. Когда он начинает стремиться к святости и духовной чистоте. Если доброе начало одолеет дурное, то они объединяются, чтобы охранять человека на всех путях его. О, так объясняет Зоар. Что за ангел Бог нам дал? Мы сказали, Ецарара, Ецаратов. Если человек побеждает своего Ецарара, то он вместе с Ецаратов охраняет его. Если ничего не помогает, когда работает над собой, и все равно дурное начало остается на свете? Да. Но мы должны работать над этим каждый. Поэтому сказали мы, человек пусть не верит себе до последнего дня жизни своей. Что он не может сказать, что я яйца победил, все, он меня больше не возьмет. Это тоже обман, это тоже ловушка яйца. То мечтают на сегодня интересный трактат у нас. Глава Санедрин, трактат Санедрин, глава 10 говорит так. Коли трелешем хелег ла оламаба. У всего еврейского народа есть доля в будущем мире. Но на самом деле здесь написано не доля в будущем, а доля к будущему миру. Метане хелег де эн коли Исраэль шавим базе эле агадоли фи годлова катан фи котно. То есть у каждого человека есть своя доля. Кто заслужил больше, получит больше. Кто меньше, тот меньше. Объясняется здесь так, что даже те, которые заслужили смерти по решению Беддина, у них тоже есть Олам-Аба. Когда? После воскрешения мертвых. Что? Когда будет воскрешение мертвых, все евреи встанут и будут стоять в своем теле и со своими душами. Душа, которая бессмертная. Так, Шам Хаим, Ницхим, будет это вечная жизнь, как солнце и луна и звезды. И не будет там ни еды, ни питья, а будут только праведники, которые сидят, и короны на их головах, и они наслаждаются свечением шхины Всевышнего. Так будет Олам Аба. В Шхене Марке написано, «Ваамех кулам цадиким ле олам ишу арец». Написано, «Весь твой народ, все они святые, навеки унаследуют землю». Что это за земля? Земля жизни, Олам Аба.
Нецер матай маасы ядалит паэр. Это насаждение моих рук, которыми я восхваляюсь. Теперь Мишна перечисляет тех, у которых нет оламаба. Потеряли свой оламаба. Первое. Хаомер эн тхията метим мина Тора. Человек, который говорит, воскрешение из мертвых не написано в Торе. Оно не идет по Торе, не из Торы. То Бог говорит, ты говоришь, не будет воскрешения из мертвых. Когда оно будет, у тебя этого не будет. Ты не веришь, так не надо. Останешься лежать постоянно. Сам виноват. Если он не верит, и даже если он говорит, что даже да, есть воскрешение из мертвых, но это не из Торы, не считается. Какая разница, что он сказал или не сказал? Он отвергает то, что сказали нам мудрецы, то, что намекает нам Тора, что есть воскрешение из мертвых. Поэтому он не заслуживает воскреснуть, когда это будет. Ишлаем хайлик ламаба. Шенеймар, улон садеким ла'улон вишу орец. Несер макарам ашагали парек. Улон садеким. Окей. Значит, садикал только медрон. Правильно, только праведники получат, как Муравьев говорит. Окей. Значит, спасение никто не зайдет. Не, все. Вот он нам дает, сейчас давайте, дается нам список. Все праведники, у каждого еврея есть потенциал быть садиком. Каждый из нас. Но вопрос, мы использовали или нет. Пару недель назад мы читали про Датана и Авирама. У них была сила, как Моше и Аарон, можно сказать. У них был потенциал стать лидерами еврейского народа. А они стали зачинщиками споров и вражды и всего остального. И в конце концов, со всем своим огромным потенциалом провалились под землю. И больше не встанут. Сейчас, как скажет нам Мишна. Дальше. Эн Тора Минашамай. Если человек говорит, что Тора не дана с небес, не дана Всевышним, он тоже нет у него оламаба. Он говорит, это Моше Рабейну сам придумал. Или другие мудрецы там. Апикорес. Человек, который апикорес. Один из них, человек, который унижает и пренебрегает Талмиде Хахамим. Дальше. Почему? Потому что он отвергает слова учения мудрецов. Раби Акива умер, афакуре битсварим ахитсоним. Раби Акива говорит, человек, который читает нееврейские книги, тоже не имеет оламаба. Так, то, что это было, то теперь одно из объяснений, говорит, хай ну акуре битсвареминим. Одно из объяснений, да, Раби Акива был очень строго насчет этого. И он говорит, поэтому, если Мишна Делезер объясняет, тот, кто читает эти книги, неверующих. У Вихразе Акуре Бидевре Хаямим Шель Мархе Акум. У Ширим Шель Агавим У Бидевре Хашек. Как мы сказали, и тоже входит человек, который читает книги по истории нееврейской. И кроме этого, тот, кто поет нееврейские песни, слушает нееврейские песни. Дальше. Валохеш Алхаммака Ве Омер. Кола Махалаше Санмитсалам Носим Алеха Киани Адной Рофеха. И тот, кто говорит, у него есть рана, он плюет на рану, и потом говорит, по сути истории, которая написана в Торе, все болезни, которые я навел на Египет, я ненавиду на тебя, потому что я Бог твой лекарь. Он говорит, не может человек плюнуть, а потом сказать имя Всевышнего, потому что иногда бывает, человек должен быть внимательным, сказал благословение, у него что-то во рту, он не может прямо сказать благословение, или сказать Баруха Ташем, и потом хочет плюнуть, не имеет права. Аба Шауль умер, а хахоге это шем бе от йотав. Аба Шауль добавляет, Абой Шауль добавляет, что он добавляет? Что человек, который читает имя Всевышнего так, как оно написано. Написано у нас там Ютке и Бавке, а мы произносим А, До и потом говорим Най. А он пишет, а он начинает с буквы Ют читать, как оно написано. Он амаба не имеет. Так он должен проглотить, что ли? Да. Вторая мишна. Шелоша малахим ве арба хидиотот эн лаем хелек ламаба. Четыре еврейских царя. Три царя, вернее. И четыре простых человека, несмотря на то, что они были великими мудрецами, не имеют оламаба. Кто это? Поэтому, почему? Он говорит, потому что здесь объясняет так, что у них не было полной веры.
Один из них сейчас будет Билам. И несмотря на то, что он был не еврей, у него был потенциал быть праведником. И праведники, не еврейские, тоже получают Олам Аба. И так говорит Мишна. Шлоша Малахим, что это за три царя? Еровам. Первый это Еровам Амелех, который привел евреев к идолопоклонству. Все эти цари, они привели евреев к идолопоклонству. Да, да. Все, которые мы перечисляем, все евреи, кроме Билама. Дальше говори. И Балак тоже? Не, все уже Балак мы сейчас Параша оставили, мы сейчас на Мишнаёт. Дальше. Не, Балак Гой был. Гой, Моав, Моавский царь. Еровам лахит шмит альпни адама лахит баулам азе. Написано про этого Еровама. Лехатат бед Еровам лахит ула шмит. Уничтожить и убрать его с земли. Что значит лахит с этого мира и уничтожить с будущего мира? Ахав, еще один грешный царь. Ихрати лахав маштин бекир ве ацум ве азу ве Исраэль. Про него тоже написано. Ацур ве азу. Он связан и брошен, связан в этом мире и брошен с будущего мира. Ахав. Третий, Умнаше. Третий, это был Менаше Амелех. Про него написано, «Ваяса раба ине Ашем, ка ашер аса Ахав, ма Ахав эн лохэлэ грома ба, аф Менаше». Написано, он сделал зло, как Ахав, это царь Менаше. Как у Ахава не было, нету доли в будущем мире, так и у Менаше. Спокойно, спокойно, Тохат. Раби Уда умер, Менаше есть Охелю Грома Ба. Раби Уда говорит, у Менаше да есть доля в будущем мире. Речи Неймар, как написано в Дворе Амим, «Вейтпалел эла вейатер ло вейшма техинато вейшивеу Ярушалам лей Малхуто». Говорит Раби Уда, что у него есть доля в будущем мире, как написано, и он помолился Всевышнему, и ответил ему Всевышний, и услышал его мольбу, и вернул его на его царство в Иерусалим. Но говорит Амруло, сказали ему мудрецы, «Ле мархуто хешиво, вело ле хайорам аба хешиво». Мудрецы все равно не согласны, говорит, да, он и вернул ему его царство, но Олам Аба ему не вернул. Дальше. Арба хедьото, четыре простых человека, не царя, который не имеет будущий мир. Кто это? Первый Билам. Про него написано, «Тамут навши мот яшари мути ахрити кому». Он говорит, пусть моя душа умрет, как смерть прямых еврейского народа, и пусть мой конец будет как их конец. Им лав шело амуд ло мод яшарим, нени олех ле ами, харе ни варе нехерак. А если он не умрет, как умирают прямые, то у него не будет доли в будущем мире. Так он сам себе сказал, он был убит, и поэтому Олам Аба не имеет. Ве доэг, кто был доэг? Доэг, который прошел и против Давида. Несмотря на то, что он был глава Санедрина, гам эль יתונחה לנצח יחתך ויצחך מאוהב ושרשך מארץ החיים. דואג, что сделал דואג? דואג, сказал לשון הרע про דוד המלך, он тоже потерял будущий мир. Ахитофель, кто был Ахитофель? Он был советником Давида Мелеха. Ахитофель тоже не имеет будущий мир. Почему? Он уже умер, не сделал чува. Он помог, Ахитофель помог сыну Давида Мелеха Авшалому восстать против своего отца. Все, умер, да. Дальше. И четвертый это Гехази. Кто это был Гехази? Если вы помните, когда сирийский царь пришел к Элиша Ханави, чтобы он его вылечил от проказы, и Элиша сказал, иди окунись семь раз в Иордан, по-моему, ему сказал окунись. И он вышел оттуда чистеньким и сказал, давай я тебе заплачу, он сказал, мне ничего не надо. Когда он ушел, этот его ученик Гехази, жадный, скряга, побежал к нему и сказал, он передумал, дай, пожалуйста, деньги. И тогда он сказал, ты сделал хилу лашем. И эта проказа, которая была у этого полководца, перешла к Гехази, и он потерял весь свой будущий мир. Дальше, третья мишна. До рамабул эн лаем халек рамаба, ве эн омдим бадин шенемар, ло ядун рухи ба адам ле олам, Лу един вело руах. Поколение потопа, у них нету Олам Аба, и они не воскреснут и не будут судить их перед началом этого Олам Аба. Как написано, не будет судить меня мой дух людей никогда. Лу един вело руах. Не будет судить и не будет жизни в их телах. Дора полагает нам халек Олам Аба, шене мар ваяфес адунай отам мишам. А משם על פני כל הארץ ויפץ השם אותם בעולם הזה ומשם הפיצם אדוני לעולם הבא.
поколение башни. Поколение разделения тоже не имеет Олам Аба. Как написано там, и рассеял их Всевышний оттуда по лицу всей земли, по всей земле. Рассеял их оттуда, это в этом мире, по всей земле из будущего мира. Убрал их. Анчез дом элем хелек Олам Аба. Седомитяне. Нет у них Олам Аба. Шене эмар. Анчез дом раим вахатаим ла ашем меод. Люди с дома были злодеями и грешными перед Всевышним очень. Раим ваулам аза. Они были злодеями в этом мире. Хатаим ваулам аба. Грешными на будущем мире. Авалом дим бадин. Но будут их судить. Хай надора балага ванчез дом баадад рашаим шеем хаим венидоним. Здесь он объясняет, что поколение рассеяния, это Вавилонская башня, и седомитяне их воскресят, будут судить и добавочно накажут. Раби Нехемия умер элу ва элу эну димбадин. Раби Нехемия говорит, что нет, ни те, ни эти не будут стоять на суде. Шенемар, алькен ло якуму рашаим ба мишпад ва хатаим ба адат садиким. В Таилиме есть пасук, поэтому не встанут злодеи на суд, а грешники в общине праведников. Алькен ло якуму рашаим ба мишпад зе дор мабуль. Кто это злодеи, которые не встанут на суд? Это поколение потопа. Вахатаим бада цадиким. А грешники в собрании праведников – это люди с дома. Амруло, сказали ему мудрецы, «Энам омдим бада цадиким, а валом дим бада решаим». Да, в общине праведников они не будут стоять, но в общине злодеев будут. Мераглим энам хайлеграм аба. Эти разведчики, которые пошли в Израиль, у них нет будущего мира. Шенема написано, «Ваямуту анашим моцеэ дибата арец раабба магефа лифне ашем». Написано в Торе, «И умерли люди, которые сказали лашонара про землю Эрицраэль в эпидемии перед Всевышним. Ваямуту бауламазе, умерли в этом мире. Бамагефа в эпидемии в будущем мире». Отсюда мы видим, что нет в будущем мире. Два слова о них написано. Умерли, эпидемия, умерли про этот мир, эпидемия про будущий мир. Дора мидбар, эн лайм халяграм ба, ве эном дим бадин, шенемар ба мидбар, хазе итаму вешам ямуту. Говорит Мишна, поколение пустыни не имеет будущего мира. Уже написано про них. В пустыне, в этой они закончатся, и там они умрут. Что это значит? Закончатся в этом мире и умрут в будущем мире. Диврей Раби Акива, так считает Раби Акива. Раби Элиэзер умер, аллеем ху умер, но про них написано в Таилиме у Давида Мелеха. Испули хасидав корте берити але завах. Говорит он, соберите мне моих хасидим, которые заключили со мной союз. А на жертвеннике или на корбанот, шекарту брити има шеем алезев хешеламим, шенемар визбеку зевахим шеламим, визрока лаам ваюмер хине дам брит. Что как? Мукше там взял корбан зевахим и окропил их кровью этих корбанот. Поэтому Раби Элиэзер говорит, у них есть будущий мир. Адат Корах эйна атида лаалот. Сборище Кораха не поднимется из преисподней. Шенемар написано в книге Бенемар, «Ватхас алейма арец, баолам азе, ваюгду митоха кахал аолам аба». Написано, «И закрыла их земля в этом мире, и исчезли они из общины в будущем мире». Еврей Раби Акива, так считает Раби Акива. Раби Элиэзер умер, алейму умер, про них написано в Шмуэле Анави, «Ашем мемидум хаем мурит шеол ваяал». Да, это мы читаем каждый день, «Титпалел хана», Всевышний умерщвляет и воскрешает, спускает в преисподнюю и поднимает. Это хана молилась за своего предка Кораха. Говорит дальше так. Асерет ашватим энам атидим лахазор. 10 колен, которые первыми ушли в изгнание, они не вернутся. Шенеймар, как написано про них. Ваяшлихем эль эрец ахерет каюмазе. И он послал их в другую землю, как сегодня. Что вроде бы выходит отсюда машма, шею кулам. Гулин лемакома эхад, эл эрец ахерет, дахайну асерет ашватим, шеиграм ген санхенри, ве ошивам бемакома эхад, авал шне ашватим лон галу лемакома эхад, эла нитпазру бехол арцот, ваалеем ху умер, эшкер эшрека, лахем вакапцем. Здесь он объясняет так, что эти 10 колен, они ушли в другую землю все вместе. Два колена, которые остались, Иуда и Биньямин, они рассеялись по всей земле, они не ушли вместе, поэтому те не вернутся, а эти вернутся. Мяйом азе холех ве эно хозер, аф хэм олхим ве энам хозерим. Он говорит, что написано, как сегодняшний день? Как сегодняшний день закончился? Он снова вернется? Он не вернется. Так и эти колена, они больше не вернутся. Это одно из них. Ба, дамри, нанши, ирмя, их зиран, венши, яу, малах алеем.
Но кулам хазру рак мехцатан. Есть объяснение, что Ермияу их вернул, и Ишаяу правил ими, не все они вернулись. Так считает Айнам Хузрим, Диврей Раби Акива, так считает Раби Акива, что эти 10 поколений не вернутся, но Раби Элиэзер умер, кайом азэ ма йом афиль умеир, аф асерта шватим, шаафал лахем ках, атит лехаир лахем. Он говорит, Раби Элиэзер не согласен с Раби Акива, и говорит, нет, как как он говорит, как день, вначале он темный, потом он светит, светло. Или в конце ночь, но потом снова завтра будет день. Так говорит и эти 10 колен. Сначала действительно у них все потемнело от Всевышнего, но потом все осветится, и они вернутся, и у них есть будущий мир. То, Бедрат Ашем, продолжим вечером. Баруха Дунали Улам. Амен, амен. Вы сказали сейчас о 10 колен, правильно? Да. Что, поколение пустыни, оно 10 раз испытывало Всевышнего, поэтому, по мнению Раби Акива, у них нет будущего мира, но, по мнению Раби Элиэзера, у них есть. А 10 колен, уже которые уже мы пришли в Израиль и захватили, это было после поколения пустыни, когда они ушли в изгнание после разрушения Бет-Амикдаша. Амин ве амин.